Привет, дорогие друзья! Я думаю, вы уже поняли, чему посвящено это видео. Это видео благодарность. Благодарность всем моим подписчикам, всем людям, которые не подписаны, но смотрят, всем людям, которые распространяют наши видео. Я не скажу, что наши видео – это какая-то истина в последней инстанции. Нет, но мы пытаемся разобраться во всем. Делаем это не первый год. И, знаете, ну мы во всяком случае, честны. Честны и, по большей мере, профессиональны, потому что мы знаем, о чем говорим. Если не знаем, то пытаемся не говорить или узнать. Касательно того, что я не думаю, что сейчас нам следует откупоривать шампанское, веселиться там, радоваться и все такое, потому что мы заняты одним большим делом. Я говорил, что у нас будет 2 миллиона. Теперь, смотрите, у нас установка на 3 миллиона. У нас будет 3 миллиона. Потом у нас будет 8 миллионов. Я не знаю, почему, но вот у меня цифра 8. Я четко вижу, у нас будет 8 миллионов. И мы будем влиять на процессы в нашей стране. Мы будем влиять на процессы в Украине. И политику будем делать мы во многом. И когда говорят, не много ли ты на себя взял или так далее. Ребята, мы уничтожили полностью Томас Тур Порошенко. Мы уничтожили его гастроли. Несмотря на всю грязь, которая лилась в наш адрес, мы это сделали. Без олигархов, без счетов, без средств массовой информации мы смогли это сделать. Мы своими силами. Что касательно того, что на сегодняшний день. Смотрите, мое предложение о том, что просто проспонсировать, знаете, проспонсировать нервное напряжение, которое сопутствует задаванию вопроса Пете, я могу это делать, я хочу продолжать это делать. У нас полно денег, и мы готовы это делать. Итак, 15 тысяч гривен за вопрос Порошенко. Ловите его везде, где он появляется, и задавайте ему вопрос. Не бросайтесь на него, не бросайтесь в него, да, не делайте ничего, что противоречит законодательству. Вопрос задавать – это законно, я призываю вас задавать ему вопрос. И если вы хотите получать 15 тысяч гривен, если вы хотите, вы можете собираться компаниями и скандировать этот вопрос из толпы, да. Ну, конечно же, по 15 каждому я не заплачу в таком случае, но по 5 каждому будет обеспечено. Главное, чтобы это было красиво. Я хочу, чтобы его продолжало типать, чтобы он не думал, что все прошло. Друзьям, которые мне пишут и спрашивают, Анатолий, типа, а что там по его гастролям? Я не могу отвечать в Фейсбуке, потому что я заблокирован, потому что с нами продолжают бороться. Несмотря на то, как с нами продолжают бороться, несмотря на все грязные методы, которые использованы и будут еще использованы, мы вместе, и мы побеждаем. И мы победим в любом случае, потому что кучка подонков, которые считают, что они вдруг наделены возможностью вершить чьи-то судьбы, да, кого-то бросать в темницу, кого-то убивать, кого-то там преследовать, клеветать на кого-то. Вот кучка этих ублюдков, она не решает, решаем мы. Нас 2 миллиона, это уже серьезно, это очень серьезно. Нас будет 8 миллионов, аминь, потому что мы делаем богоугодное дело. И как только мы начнем делать что-то не то, я точно знаю, что что-то у нас и не получится, поэтому мы будем делать всегда то, что надо. В принципе, у меня, наверное, все, друзья мои. Самое главное, знаете, я ощущаю свою ответственность. 2 миллиона, ну реально ответственно. При этом, у меня же не развлекательный контент, при этом я должен вам сказать, что я всегда относился и буду продолжать относиться к этому, как к веселому хобби. Потому что, когда я начну относиться к этому более серьезно, знаете, все, можно идти выращивать устриц. Ну все, друзья, спасибо. Подписывайтесь по-прежнему, чтобы ничего не пропустить. И запомните, моя раздача продолжается. У нас полно денег и у нас полно решимости не допустить этого еще на 5 лет. Все, друзья, огромное спасибо еще раз. Вы классные. Пока.